облачности, днем плюс 3. Атмосферное давление будет выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Радио России. Общество. Максимова. Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. Вы... Следователи начинают изучать интервью президента Украины о заблаговременной подготовке войны с Россией. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В недавнем интервью западным журналистам Владимир Зеленский заявил, что задолго до начала российской спецоперации Украина достигла конкретных договоренностей со странами Запада. Радио «Шоколад». 98 FM. Friday night when your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three. Yes. Новости. В студии Александр Валеев. Здравствуйте. Украинские боевики в городе Лиман Краматорского района задержали и пытают 837 человек, которых обвиняют в пророссийских взглядах. Об этом сообщил...